Значит, еще раз представлюсь, некоторые у меня уже были на лекции. Меня зовут Шилова Наталья Александровна, я детский врач, неонатолог. То есть это врач, который лечит новорожденных детей. Уход за новорожденным ребенком – это непростое дело, потому что нужно уметь умывать ребенка, подмывать, обрабатывать глазки, носик, уши, купать ребенка, подстригать ему ногти. Это достаточно хлопотное дело, для этого потребуются некоторые вещи, некоторые приспособления, медикаменты, которые должны быть всегда под рукой. Поэтому должна быть ребенку собрана аптечка, и желательно, чтобы эта аптечка уже была собрана до того момента, как вы поедете в роддом. Потому что после того, как вы выписываетесь из роддома, бывают некоторые вещи требуются уже в первый день, и бегать по магазинам и аптекам бывает некуда. Поэтому лучше приготовить заранее. Кроме того, некоторые вещи уже потребуются в роддоме. В первую очередь, что потребуется? Это предметы гигиены ребенка. Влажные салфетки, потому что уже в первый день рождения ребенка потребуется его подмывать. И у вас у мамы возникает не то, что страх непосредственно перед этой процедурой, а уже перед тем, что придется ребенка взять специальным образом на руки, а он такой маленький, хрупкий, поэтому использование салфеток, оно, в общем-то, сократит количество процедур подмывания. Салфетки, нужно покупать влажные салфетки, которые непосредственно для детей. Они специально сделаны из специального мягкого гипоаллергенного материала. Они имеют особую плотность, и они у детишек при использовании не рвутся. Пропитаны они специальным гипоаллергенным лосьоном. Этот лосьон не содержит резких отдушек, он не содержит спирта. И если использовать утром в составе такого лосьона, то они обычно монокомпонентные. Они содержат либо ромашку, либо алоэ веры. Такие травы, они обладают противовоспалительным действием и смягчающим для кожи малыша. Существуют, конечно, и влажные салфетки для детей, которые пропитаны лосьоном, содержащих сразу много трав, то есть многокомпонентные. Но помните, что такие салфетки, они бывают аллергенными, поэтому использование таких салфеток лучше отложить на более позднее время. Для подмывания ребенка потребуется мыло. Мыло у детей можно использовать как кусковое, так и жидкое. Если вы будете использовать кусковое мыло, то оно должно быть по цвету белым или слегка желтым и может содержать травы, череда, чистотел, ромашка. Значит, если вы будете использовать жидкое мыло, то на ней должна быть отметка, что они используются с рождения. И они должны быть либо светлых каких-то оттенков, либо бесцветные. И содержат обычно те же экстракты, череда, или чистотел, или ромашки. Обязательно у вас в хозяйстве должно быть либо хозяйственное, вот обычное 72-процентное мыло, или детское мыло. Требуется оно не всегда, требуется в экстренных случаях для того, если на коже у ребенка имеются какие-то опрелости, какие-то вообще неприятности. Это может быть опрелость, потница, это может быть какая-то маничковая сыпь. И использовать такое мыло нужно только локально. Вот имеется, например, чаще всего бывают опрелости на ягодицах. В этом случае локально вы намылили ягодицы ребенку хозяйственным мылом, потому что оно очень хорошо обеззараживает, подсушивает, смыли. То есть мыть всего ребенка хозяйственным мылом не надо. То есть использовать его надо редко, только в экстренных случаях. Что еще потребуется? Это подгузники. В роддомах разрешено использовать подгузники промышленного производства. И, в принципе, это очень большое подспорье, особенно в первые дни после родов, когда еще мама, в общем-то, не окрепла после родов, когда тяжеловато. Существует такой миф, легенда, что использовать памперсы у детей, подгузники у детей вредно, что они могут вызывать парниковый эффект. Это действительно миф, потому что сейчас все подгузники, которые изготавливаются, они дышащие, никакого парникового эффекта они не вызывают. У новорожденных детей используются специальные подгузники. Внутренний слой подгузников он сделан из гипоаллергенного материала. Существует специальная сеточка, кармашек для затекания кала, потому что стул ребенка может быть жидкий. И если использовать какие-то другие подгузники, то может вытекать через резинки кал, которые прилегают к ножкам. Поэтому для новорожденных делают специальные подгузники. Кроме того, в некоторых фирмах имеются на ремешках, на верхних краях специальные вырезки для пупков. Почему? Потому что если пупочная рамка или остаток пуповины будет находиться под подгузником, то он будет преть. И поэтому некоторые фирмы специально делают вырезки в верхнем крае подгузника для того, чтобы пупочная рамка не прела. Если же нет этой вырезки, не беда, верхний край памперса нужно будет
И в какой же фирме отдать предпочтение? Нельзя сказать точно, что вот какая-то фирма лучше другой, потому что абсолютно в каждой фирме есть как дешевые варианты подгузников, есть дорогие, они, соответственно, разного качества. И, в принципе, подобрать нужный подгузник ребенку – это только методом проб и ошибок. Потому что есть особенности кожи вашего малыша будут. Опять же, внутренний слой, из которого изготовлен подгузник, это все равно синтетический материал, у него может быть какая-то реакция. Поэтому мы рекомендуем вам купить любой подгузник промышленного производства, маленькую пачку. Если вы поймете, что вам эти подгузники подходят, потом будете уже покупать большую упаковку, потому что это экономически выгоднее. Также потребуется детский крем. Он потребуется для обработки складочек, потребуется также под подгузник крем. Ну и некоторые крема требуются для того, чтобы, если есть опрелости на коже ребенка, для заживляющего эффекта. Крема по консистенции разные. И нужно, опять же, будет подбирать их в зависимости от особенностей кожи ребенка. Потому что если у ребенка будет сухая кожа, поэтому в этом случае лучше пользоваться кремом, который жирный очень по консистенции, вот такой обычный стандартный детский крем. Если, в общем-то, у детей, у ребенка не будет какой-либо проблемы с кожей, то лучше попользоваться кремом, который легкий, не очень жирный по консистенции. Кроме того, это то, что вот я перечислила, то, что уже потребуется вам в роддоме. Дома потребуются некоторые вещи гигиены для обработки остатков бобовины или пупочной ранки. Но в первую очередь это вата, ватные диски или ватные палочки. То есть то, что вам будет удобнее, это ваш уже выбор. Если вы будете использовать вату, надо покупать будет стерильную вату, но в принципе вы помните, что после того, как вы вскрыли пакет, через какое-то время уже вата не будет стерильной, она будет просто оставаться чистой. Пользоваться ею все равно можно. И для того, чтобы она не находилась в раскрытом состоянии, чтобы не оседала та пыль, которая находится в воздухе, вот так, вскрытый уже пакет с ватой, либо можно положить какой-то контейнер, чтобы она не загрязнялась от пыли, либо положить в пеленку или в полотенце. И вата у вас очень долго будет оставаться чистой. Также вы можете использовать специальные ватные диски для детей и ватные палочки. Значит, кроме обычных ватных палочек могут потребоваться ватные палочки с ограничителем. В этом случае ватные, они необходимы для того, чтобы обрабатывать уши у ребенка. Также для обработки пупочной ранки потребуется перекись водорода и спирт. Спирт можно использовать либо горный, либо фурацериновый. Также можно использовать для обработки, купить для обработки пупочной ранки 5% марганцовку или раствор зеленки. Но сейчас в аптеках предлагается зеленка в виде карандаша. Вот не рекомендуем вам покупать данную зеленку, потому что в этом случае, если вы будете обрабатывать пупочную ранку зеленкой карандашом, непосредственно сам карандаш, вот кончик карандаша зеленки, будет контактировать с пупочной ранкой, и на карандаше будет оставаться все то, что находится в пупочной ранке. То есть это будет уже не гигиенично. Что еще потребуется? Потребуется травы для купания. Это череда, чистотела, ромашка. Можно купить как вот рассыпчатые травы, либо можно использовать пакетированные. Значит, кроме того, в детских магазинах, в аптеках уже имеются готовые экстракты, средства такие для купания с готовыми экстрактами. Опять же, на первое время рекомендуем вам покупать монокомпонентные вот такие средства для купания, только с чередой, только с ромашкой или чистотелом. Чуть позднее, где-то уже к концу первого месяца жизни ребенка, когда вы определите, что ни на тот, ни на другой, ни на третий компонент нет аллергии, вы уже можете использовать многокомпонентные средства для купания. И в первые дни жизни может потребоваться марганцовка для купания малыша. Для умывания ребенка вам может потребоваться фурацерин. Его можно будет приобрести в таблетках, либо уже готовый раствор. Вазелиновое масло может потребоваться для обработки складочек, иногда для чистки носа, может потребоваться для постановки газоотводной трубки или клизмы. Ножницы. Они существуют специальные формы для маленьких детей. Конечно, желательно, чтобы ножницы у ребенка были отдельные, специальные. И, в принципе, ножницы могут уже потребоваться уже в роддоме, потому что некоторые дети рождаются уже с очень длинными ногтями. Если все-таки вы будете пользоваться ножницами, которые общего пользования в семье, то помните, пожалуйста, что ножницы такие надо обрабатывать, потому что у некоторых членов семьи могут быть проблемы
с ногтями, например, грибковые выпраживания. И, в общем-то, если не обрабатывать такие ножницы, то можно заразить ребенка. Поэтому, если все-таки решили, что будете общими пользоваться ножницами, то нужно обрабатывать спиртом такие ножницы и смотреть, чтобы на них ни в коем случае не было ржавчины. А ножницы для новорожденных, они специальные, с закругленными тупыми концами для того, чтобы не поранить ребенка. Стричь ногти малышу лучше в ночное время, когда он будет меньше двигаться. Значит, ну и не секрет для того, ни для кого, что, в общем-то, в первое время у детей в первые месяцы жизни уже могут быть колики, могут быть запоры, поэтому потребоваться может газотворные трубочки, вот они разных модификаций, и спринцовки. Спринцовки рекомендуем купить две штуки, потому что одна может потребоваться для постановки клизм, а вторая может потребоваться для очистки носа. Поэтому покупайте две, ну и, соответственно, их нужно будет пометить, что они для разных вещей. Обязательно потребуются термометры. Термометры тоже потребуются две штуки. Одни для измерения температуры воды для купания ребенка, и вторую для измерения температуры тела. Для измерения температуры воды для купания бывают самые обычные стандартные термометры, либо изготовленные в виде игрушки. Также интерес у детей представляет термометры, которые электронные, которые имеют в себе цифровой дисплей, они сделаны в виде игрушки. Игрушка – это объемная. В последующем дети с удовольствием купаются с такими термометрами и игрушками. Ну и обычно такие электронные термометры, они меряют температуру не только воды, но и воздуха. Ну и особый интерес, конечно, это термометр для измерения температуры тела. Померить температуру тела ребенка не только новорожденного, но и первого года жизни, последующие годы жизни, особенно когда ребенок становится подвижным, бывает очень проблематично. Потому что измерить температуру тела у ребенка, например, тупым термометром, это достаточно трудоемкая работа. Потому что его нужно удержать в подмышечной впадине где-то порядка 5 минут. Кроме того, вообще ртутные термометры, они достаточно опасны, потому что они могут разбиться, и тогда стекло может поранить ребенка. Они, опять же, ртуть, если вытекает, то она является очень сильным ядовитым веществом. Поэтому сейчас практически ртутные термометры не используются. Чаще всего используются вот такие электронные термометры. Могут использоваться термометры-пустышки. Есть инфракрасные контактные термометры и бесконтактные термометры. Ну и вопрос возникает, что же все-таки более точно, да? А вот все зависит от того, где вы и как правильно вы измеряете температуру. Потому что если сравнить, взять, допустим, ртутный термометр, измерять температуру тела в подмышечной впадине, то, безусловно, нельзя сравнивать показания ртутного термометра с электронным, где вы измеряете температуру тела на лбу. То есть это совершенно лоб, висок, это открытый участок кожи, и поэтому там, естественно, будет температура меньше порядок на градус, на полградуса. И когда вы покупаете электронные термометры, обязательно нужно прочитать внимательно инструкцию. Потому что методики измерения температуры разные. Принципиально, если вы будете измерять температуру электронным термометром в соответствии с инструкцией, то в этом случае показания термометра будут приближены к истинным значениям температуры тела. Но есть некоторые нюансы по использованию вот таких электронных термометров, где происходит измерение температуры в подмышечной впадине. Необходимо, чтобы кожа была сухая, чтобы там не было никаких опрелостей, никаких нагноений. И кончик вот этого термометра ни в коем случае не должен выступать за края подмышечной впадины. Если все-таки есть какие-то проблемы в подмышечной впадине, и там нельзя измерять температуру тела, то лучше измерять в другом месте электронным термометром, например, в области лба или виска, либо в ухе у ребенка. Существуют также вот бесконтактные инфракрасные термометры, которые вообще не касаются кожи ребенка. Где-то подносится на расстоянии 2 см от ребенка и показывает температуру тела. В общем-то, они могут измерять температуру всего, что угодно, но такие термометры достаточно являются дорогостоящими. И это один из препаратов, который необходим в аптечке уже, можно сказать, с первого дня рождения, который потребуется обязательно любому ребенку на протяжении первого года жизни. Это жаропонижающие средства. Ну, необходимо помнить, что, в общем-то, жаропонижающие средства не все могут быть использованы с рождения. И, например, жаропонижающие препараты в виде сиропов или суспензий, они используются у малышей только с трехмесячного возраста. У детей с рождения могут использоваться только свечи.
И даже некоторые свечи могут использоваться, например, с одного месяца жизни. Есть гомеопатический препарат, который используется у детей с рождения. Он также обладает жаропонижающим средством. Но принципиально вам нужно помнить, что все вот эти средства, они обладают не только жаропонижающим средством, действием, но и более удаляющим. Поэтому эти препараты вам могут потребоваться в последующем, например, при прорезывании зубов, если этот процесс будет сопровождаться очень выраженной болью и беспокойством ребенка. Итак, подведем с вами итог. Что же должно быть обязательно под рукой у мамы? Это влажные салфетки, детское хозяйственное мыло, подгузники промышленного производства, детский крем или может использоваться присыпка, крем под подгузник, стерильная вата, ватные диски, ватные палочки обычные, ватные палочки с ограничителем для обработки ушей, перекись водорода, спирт фурацилиновый или борный, 5% раствор марганцовки или стрёмка, травы, ромашка, череда, чистотил, фурацилин, может быть, в таблетках или готовый, масло вазелиновое, специальные ножницы или щипчики для обработки ногтей, газоотводные трубочки, спринцовки 2 штуки, 2 термометра для измерения температуры воды, другой для измерения температуры тела и жаропонижающие препараты. Какие у вас есть вопросы? Не стесняйтесь. Можно покашлять?